Ці персонажі та події цього шоу вигадані. Голоси підроблені недбало. У цій програмі є матюки, тому ми не рекомендуємо її дивитися нікому. Начали. Я хочу к собі приїжджати. Ей! Он! Ей! Он! Здравствуйте! Сегодня мы собрались в гостях у Хёна специально для того, чтобы снять для вас это прекрасное видео «Вопрос-ответ». Вау! Вот. Да. Мы собирались снять его уже целый месяц. Ну, почти. Настал тот момент. Выложим, наверное, как раз. Ну, давай. Начинаем. А, первый вопрос. Вопрос для деда. Ну, подожди. Нет? Что? Как долго ты училась петь, или же этот талант передался тебе по наследству? Ты где-то занимаешься? Расскажи поподробнее. Ну, что ж. Переходим к часовому рассказу о моем жизни. Ну, вообще... Я всегда была такой. Всегда? Так вот. Ну, значит, у меня в семье музыкальным слухом обладают все. Варя, ну, держится. У меня в семье музыкант бабушка и папа. И вот, да. Короче, нет. Ну, в этом смысле, короче, раньше я... И у меня всегда был голос, но раньше я пела как дебил. Бабушка решила взяться за меня. И, в общем... Что у нее есть голос? Ну, доходила всегда до истерик, но, в общем, в принципе, я научилась петь. Вот. Как долго? Я до сих пор учусь петь. Да. Да. Вот. Что еще? Где я занимаюсь? А, реклама. Студия «Новый берег». Номер телефона. Номер 625-725. Научат на гитаре играть вообще. Как армяне шашлык делают. Да. Дальше, второй вопрос. Второй вопрос замечательный от моего брата-цыгана. Итак, внимание, вопрос, да. Есть ли любой парень или девушка? В общем, вы меня поняли. Любовь. Oh, darkness, my old friend. 3, 4, 5, 6, 6 девушек. 7, 8 еще, да. 8. 9 еще. Я отец. Так, подождите. Отца не считаем. Полина, раз. 3, 4, 5, 6. Все считаю. Все. Полина, что ли? Ну, да что? В смысле? Ну, в прямом, наверное. Ну, вот вы же посчитали, сколько? 9, 10. Сколько там? 20? 30? Настя, Сережа, ну ты что? Да, короче, ее много у него. Дальше, третий вопрос. Кто больше всех лажает, когда вы записываете совместные камеры? Почему ты смотришь на меня? Ладно, давай, кто отвечает? Люба. Люба, она у нас Люба. Да, давай, больше всех лажает. По-честному? Да. Пожалуйста. Потому что всегда, когда мне скидывают, допустим, Варя какой-то, до этого скидывала черновые варианты, всегда ты лажала героин. Пожалуйста, можешь мне поменять марку, пожалуйста. Дальше. Следующий вопрос. Вы будете выпускать каверы, в которых вы не только танцуете, но еще и поете? Мы уже их выпустили. Кое-кто даже играет. Кое-кто даже играет. Да. Кое-кто даже играет. Реклама. В общем, послушайте обязательно кавер Black на что там? Просто сама ее никак слезла с нее. Хочу понять, как вам удается так себя сдерживать. Но вообще не сдерживаю. Вообще никак. Это просто в видео не попадает. Да, Варя? Ответь там. Нет. Вообще у нас помимо матки есть еще Полина, Люба. В общем, мы любим задницы. Да. Они любят нас. Постоянно приходят. Взаимно. Дальше. Следующий вопрос от моего кореша. Кого вы считаете своим главным ребенком, какие у вас есть планы на будущее? Это типа ко мне? Нет, ребенок. Главный ребенок один. А планы на будущее?
еще могут быть. Мне выжить после экзаменов и результатов. Ну ты выживешь, наверное. А у тебя какие планы, Мария? Сдать сессию и не умереть. Это просто наш самый старший участник экзамена. А ты ничего что скажешь? Я поддерживаю твоего мнения. Выжить. А ты, мамочка? Выжить все шесть экзаменов. Можно сказать одна, дай своей девушке сказать. Извините. Мамка, ты что-нибудь скажешь? Прекрати притворяться невинным ребенком. Ну, сами сказали, что ладно, все, отлично. Дальше, следующий вопрос. А Юля не придет? Люба! Видимо, нет. Вот это поворот! Еще один вопросик от девушки, которая спрашивала про задницу. Аделина, мы любим тебя. Так вот, вы пойдете на какой-нибудь батл когда-нибудь? Вообще вы пытались? Зимой пытались же. Как думаете, запомнишь? А, да. Это не совсем батл, но что-то похожее. Фестиваль. Да, вот. Да. Мы не доехали до туда. Просто Люба не смогла, а Хён... Нет. Хён испугался. Нет, там вроде сказали, типа... Я не люблю холод. Из-за зимы, там, и гололед, вот это да, все. Да. А пари случаются. Да. Судорога у ребенка, судорога. Настя спрашивает, хотим ли мы жить. Настя, мы тебя любим. Настя, мы встречаем. Настя, пожалуйста, вернись к нам. Блэк. Настёна! Настя, приезжай! Наш маленький дракон. Настя, забудьте наши шоры. Давайте дальше следующий вопрос. Кто быстрее всех запоминает движение, а кто медленнее всех? Быстрее всех. Давай. Быстрее? Ну ты. Нет, ну я. Кроме хореографа. Ты же нереально ответил. Мы все медленно. Нет, вообще медленнее всех нужно были. Я не как мне об этом. Да. Ну, она качественно делает. Да, она качественно делает. А мы как бы... Мы все наравне запоминаем. Вот есть Люба, и... Дориме, интеримо, ада... Юля, мы тебя любим! Да, очень тебя любим. Дальше. Жить без тебя не могу. Вопрос к мамке. Какая твоя самая любимая хорега? Наверное, ты мин гудбай. Вот. Вау. Что это за? Сайонара Хитори. Да. Дальше замечательный вопрос, вообще, батя, это к тебе вопрос. А, и вообще к нам. Как вы заставили оленя показать лицо в последнем дэнс-кавере? Он вас убил до или после этого? Ну, меня не заставляли. И я никого не убивала, попросили уже вылечили. Следующий вопрос ко всем. Девчат, как вы узнали о кей-попе? Давайте с Фиона начнем. Что, все будем рассказывать? Я? Ну, мне рассказала лучшая подруга. Вот. Люба. Мне Полина рассказала. Я по телевизору увидела. Как? Ну, на Bridge TV шоу K-Pop Time, и я смотрела. А, какой номер убил? Ты ж недавно. Monster X Stuck. Софа? Я узнала в четвертом где-то классе по Bridge TV крутили Girls' Generations The Boys. На сошедшихся они в этом мел, кэдэн тудор дети марачом. Я и мне понравилась Тайон. А мне показала подружка Дораму. А с Дорам. Да. Ну мне подруга отправила песенку. Спонсоры. Херо. В далеком. В далеком 2010 году я увлеклась джей-роком. Джей-рок тема, кстати. А потом в 2011 я увидела клип Shiny. По-моему, это Hello. Был Люцифер. Да, и вот с этого началась моя любовь. Сейчас, вопрос для полки, которой нет. Как тебя приняли в коллективе? Мы очень хорошо ее приняли, особенно, да. Опять же, ее задницу.
Мы, короче, как-то репетировали перед концертом, перед концертом, я пыталась все время ее шлепнуть по заднице, но она убегала от меня, я такая, типа, ну не надо! Опа, вопрос от нашей Насти. Настя, мы любим тебя, давай быстрее, сердечко! Почему ты все еще не в нашей команде, я не понимаю. Six and a half hours later. Как часто вы репетируете? Как улаживаете конфликты в группе? Вы много сделали за этот год. Чего хотите добиться в следующем? Мы много сделали? Ну, видимо, да. В общем, короче, как мы часто репетируем? По выходным, каждую неделю. Не приходите! Конфликты? Ну, вообще... Мы часто конфликтуем. Да. Но без этого никак, потому что так должно быть. Да. Потом мы сразу выявляем проблемы в коллективе и... успеваем вовремя их решить. Ну да. Да, что там дальше? Что хотим добиться в будущем? Выжить? Да, выжить. Это самое главное. Дальше не читай этот вопрос, мы просто хотим выжить. Расскажите о зарождении коллектива, это мое любимое. Как вы познакомились, с чего все начиналось? Очень нравится ваше творчество. Спасибо. Катя, привет! Я хочу с тобой поехать еще раз в Ирландию. Давайте вы рассказывайте. Сейчас начнется. В далеком августе. Я сидела и смотрела. Что я смотрела? Объяснение какого-то клипа BTS. Я сидела, смотрела и рыдала. И я такая, я хочу так же! И написала Софе. Софа, типа, давай замутим что-нибудь. Она такая, да, давай. Потом мы нашли Настю. Настя, мы тебя любим. Еще раз. Вот, и вот так вышло то, что потихоньку мы собрали эти ребята. Да, но сначала у нас очень было много проблем с набором команд вообще, да, команду. Просто было очень... Короче, просто было много всяких херней. Кстати, интересный факт. Когда я попала в беседу, сначала вообще... Я не хотела идти в кавер-команду, я сначала отправила туда Машу, потом отправила туда Любу, а потом такая, ну почему бы не пойти туда, я пришла туда. И я знала в этой беседе всех, кроме Софы. Ну, со всеми я когда-то общалась, например, Манку я знаю, сколько, 7 лет? Расскажи, 8. 8 лет. Мы познакомились. А с Манкой мы познакомились в автобусе. Вау! Я думала... Пробок. Короче, тогда... Долго что-то будет, да, ладно. Все, хорошо. Следующий вопрос. Мы расскажем вам об этом в следующий раз. Вот, дальше. Люба. Есть ли у вас какие-то свои шутки или забавные истории, связанные с вашей группой? Полно. Таймс, вот мое время рассказать об автобусе, Люба. Короче, у нас есть шутка про Сталина. Да-да-да-да-да-да, любимая просто. У нас даже в сценарии концерте Люба была написана как Сталин. Да. Сталин. Я вас люблю, правда. Мы тебя тоже любим. Есть шутка про, а можно сахар? Ну, я позвала этих ребят к себе в гости и пока налила им всем чай, и так как я пью чай без сахара, я не дала никому чай. Они жрали один сахар. Нет, я не дала никому сахар, и они пили чай без сахара. И Хён очень долго ждал подходящего момента, чтобы сказать мне об этой ошибке. Так, не звонят. Я потом такая говорю. Ну давай. Давай таким голосом, как тогда. А можно сахар? Еще у нас есть шутки про то, что я похоронила мангу. Ну, в общем, тогда была какая-то одна из первых тренировок, и кто-то там потерялся, Софа, да? Это был день рождения Насти. Да, это был день рождения Насти. И Софа потерялась. Манка пошла ее встречать, не взяла с собой телефон, и я просто похоронила ее. Она потом вернулась и... Она пела уже похоронную песню, вы о чем? Она пела песню про собачку. Да, есть шутка про собачку, kenguru.ru. Kenguru. Все в порядке. И мем про то, что батя все рушит, и мы поэтому... Рушим жизни. Smoke weed every day. Следующий вопрос, кто чей фанат в группе? Ну, мы все фанаты Любы. И... Почему я об этом не знала? Наш менеджер точно получит нашу группу. Это уж точно. Ладно, я люблю всех. Да, я тоже люблю всех. Но фанючу я именно вообще по... Наверное, я испытываю особый трепет по отношению к бате. Не знаю, ты для меня как...
нам же для чунгука, типа, я не знаю, как это объяснить. Не то, что папка, но типа, я очень тебя уважаю, очень сильно тебя уважаю. Поэтому я пропихивала. Я люблю манку. Вообще всех люблю, но манку особенно. Я люблю всех. А я люблю Юлю. Я тоже люблю Юлю. Да, мы все обожаем Юлю, потому что она очень милая. Любите Юлю, любите Юлю. Вы просто видели, как она танцует As If You Last. И это просто, мы когда на тренировке были, я просто умилялась с нее. Просто, почему, какая не милая, не могу. Следующий вопрос. Как часто вы ссоритесь? Были ли моменты, когда кто-то говорил, все, я ухожу из группы? Давай. Ну, это было совсем недавно, и да, было такое. Да, было такое. Думаю, это... Всё, да. Мы это пережили. Дальше. Есть ли у вас свои пэринги? Вау. Недавно родился новый юнгуки. Вот так. Да? Да. Я обожаю юнгуков. Вот они, да. Раньше были юнмины, но как-то они... Юнмины это Манги и Люба. Но как бы Полина пришла и... Самый стабильный пэринг в нашей группе это Юля и Батя. Да, это прям, это даже не канон, это просто реально. И есть еще Вигуки, вот. Есть Вигуки, есть Юнгуки, есть Батя с мамой. Нам джины, вот. Ребят, дайте мамке написать. Следующий вопрос. Будете ли вы снимать коллабы с другими группами? Когда они окончательно появятся, окончательно выяснят свой основной состав. Да, пожалуйста, мы всегда открыты. Мы всегда дружелюбный народ. Не надо нас видеть. Есть ли у вас человек, который всех лапает? Кто же это? Я даже не знаю, как условно смотреть. Мне кажется, мы все друг друга лапаем. Я лапаю только его. Ну, знаете, сегодня как раз-таки перед съемкой видео было это, когда меня шлепнули все. Я такая, оу, а Хён такой сказал, типа, вот другие бы стали возмущаться, а Зов такая, оу. Оу. Люба, а ты кого лапаешь? Она как будто о первой любви рассказывает. Мы еще до фонарь. Я просто беру и делаю. Я просто беру и делаю. Мужчина жик. Короче, дальше. Вы называете друг друга по-настоящему именами или симметрическими? Вот сейчас так смешно. Правильно, я не могу. Не могу называть батю Алиной. И когда говорят Алина, я спрашиваю, кто это. Они вообще реально не могут понять, что меня зовут Алина. Для них это невероятно. Вообще такой. И Блэк я тоже по себе называю только Блэк. Как-то если я назову тебя Лизой. Мне никто Лиза не зовет здесь. Ну, типа, знаешь, единственное, кого мы зовем именно по никнейму, который в профайлах указан, это Блэк. И все. И все. А остальное у нас вместо оленя. Батя? Я не знаю, батя. Ну, батя. Хён. Все батя. Люба. И я, кстати, пугаюсь, когда меня называют Таней, вот вы. Когда Манка пишет Тани, чувствуешь. Я с Белль стала Софой, потом Диваном, потом Совой. Диван, они поймут вообще, нет? Диван каламбур, типа. Типа Софа, Софа. Софа, да. Ну, вы поняли, наверное. Нет, нет, так нет. Почему Пинк ушла из группы? Рыдает. Так вот, она ушла, потому что... Может, Блэк расскажет? Вообще, все будет хорошо. Но она ушла по личным причинам, у нее очень загруженный и плотный график, поэтому просто на команду у нее не хватало времени. Я же знаю. Да, и она, к сожалению, назвала. Мы ее любим. Но мы ее любим и всегда ждем, готовы принять распростертыми. Как мне всегда любим, мы не передержимся. Нам не хватает Пинк. Очень. Да. Следующий вопрос. Дальше. Кто-нибудь из вас куда-нибудь уезжает? Это... Я не могу понять, в каком смысле это задано. То есть, типа, летом уезжаем отдыхать? Или навсегда? Вообще, наверное. Мне кажется, после имеется в виду. А, если после учебы, то... Я не думаю, что я куда-нибудь смогу уехать. Я же бомж. Ты уедешь! Мы уедем все. Да. Отсюда. И образуем новую команду в Питере. Все вместе снова. Он будет называться... Эйон 2. Мы не умерли. Следующий вопрос. Планы на будущее. Ну, по-моему, мы на это уже отвечали. Выжить. Три раза. Выжить. Окей. О, следующий вопрос. А Secret Secret. Какие группы и музыку слушаете помимо кей-поп? Давайте с того конца. Давай. Нет, давайте с того конца. Я люблю американскую.
этот крутой, сейчас скажу. Дружбан Тихёна, сейчас. Как его звать? Джеймс. Шон Мендес. Мендес, да, вот он. Рабочий язычок. Варя! Варя! Еще мне очень нравятся американские каверы на BTS. Варя. Я ничего не... Виолетта у нас слушает. Я Виолетта, знаете, она обожает его. Эскорта. Ну, помимо кей-попа, я слушаю рок. И это как смесь рока и рэпа. Не знаю, как это. Русский рок еще, я забыла. Продолжим. Ага. Вот. И моя любимая группа Panic at the Disco. Там Брэндон Уриман, муж, простите. А как же Шепелев? Это уже в фантазиях. Я меломан, я слушаю все, что захочу, начиная от русских песен и заканчивая там, не знаю, индийскими. Самая прослушиваемая мною аудиозапись на данный момент это русский Терри. Что? Терри из песен ТНТ, там он, получается, выиграл, у него есть песня Меркурий. Это срыв башни Меркурия. Еще от меломана согласна, даже добавить нечего просто. Ты тоже слушаешь Терри? Нет, я слушаю все, что понравилось. Недавно мы с Варей зажигали, вчера, точнее, под Бузову. Магазин. Да, Бузова, Бузова классно. Не слушайте, я отказываюсь от этих детей. Мама, бит. Бузова, о ней, мы тебя любим. Давай. О, да. Ты дура или как? Или как? Давай опять отвечать. Ну, у меня есть два любимых типа групп. Это корейские группы и украинские группы. Сейчас начнется, давай, я готова сосредоточиться. Недавно я услышала очень странную группу. Не слушайте ее, пожалуйста, это тупая попса. Это типа бывший Quest Pistols. Они называются Огонь. Не надо, не делайте ошибок. Может, это любовь, или нам это снится. Ты попала в огонь. И группа, которую я слушаю с 5 класса, это группа Нервы, я прям просто да, не то, я тоже отдала им свою душу, свое сердце. Просто мы трое. Мы трое. Лина, ты готова? Да. А то стокаться. Ну, я, наверное, кроме кей-попа слушаю больше всего, вот прям больше всего. Это вичуха, такая типа музыка, которую надо делать вот так. Типа того, да. Наверное, все. Подписывайтесь, расскажите. Ссылка в описании. Я не скрыли вдвоем. Простите. И вы. Вы просто дети олени, поэтому у нас ничего никогда не будет. Да. Судорога у ребенка, судорога. Дай сюда, нужно. Покупать отсюда. В дом. Выпрями ногу. Я тебя от судороги избавляю. Дай сюда. Так, я умею. Все, хватит. Все, хватит, да.